Привет, привет! Сегодня речь пойдет о некоторых азербайджанских блогерах. Пора правду рассказать о них, правильно? Они это заслужили. Самирочка, привет! Вор ботинок. Вы все его прекрасно знаете. Почему он не появляется на ТикТоке, не все знают. Потому что он воришка по жизни. Он привык воровать у всех и везде. Самир, Азманы и Татарин вместе ходили гулять, ребята. И что они там делают? Увидели мужика, у которого полный кошелек денег, и решили обчистить его карман. Но, конечно же, ничего бесследно не проходит. Их поймали и сейчас находятся под следствием. Самирочка, Самир, ну что, допрыгался, доигрался? Да, и, кстати, тебя же твои земляки ненавидят, потому что ты их достал. Денег просить постоянно у всех. Звонишь, денег просишь у одного, у второго, у третьего. Клянчишь постоянно, все тебе то на то надо, то на это надо. И ты думаешь, ты что, в почете у них? Да ты не в почете. Они все вот рыгать готовы, когда видят тебя, понимаешь? Я же говорила, я все про вас знаю. Я же говорила, мне всю информацию передают. Эту информацию я еще знала несколько месяцев назад, но молчала, потому что я не такая, как вы. Но пришло время поговорить. Так что давай-ка не строй из себя героя войны, понятно? Ты героем никогда не был и не будешь. Трус несчастный.